население Советского Союза на протяжении всех 30-х годов. Это было удобрение для бесконечных сталинских экспериментов. Товарищ Сталин говорил: главное наше богатство – это люди. Конец цитаты. Потому что этих людей много, и с ними можно делать все, что угодно. Бесспорно, что советская партийная номенклатура очень боялась того, что на оккупированных территориях, никто ж не представлял себе, какую политику будут вести нацисты, но что на оккупированных территориях может быть сформировано альтернативное правительство в Киеве или в Пскове или в Смоленске, украинское или русское, что может появиться вооруженные силы, которые могут выступить с привлекательной для подсоветских людей политической программы. Боялись любой антисоветской активности, поэтому с самого начала группам НКВД, партизанам, которые организовывались районными отделами Наркомата внутренних дел, ставились задачи не только борьбы с оккупантами и подрыва там, мостов, коммуникаций, а уничтожения не только активных, но и потенциальных пособников врага. То есть тех, кто был готов с немцами сотрудничать по политическим, экономическим или иным мотивам. И в этой связи уничтожение инфраструктуры в городах, которые подлежали оккупации, это было конкретный, четкий, осознанный политический шаг. Как говорил на той же Псковщине один крестьянин русскому журналисту Николаю Февру, приехавшему из Берлина: ты думаешь, мил человек, большевики уничтожали в Пскове, там пытались взорвать электростанцию, водопровод для того, чтобы немцам навредить? Нет, милый человек. Они хотели показать нам, остающимся здесь, что нам при немцах будет еще хуже, чем при большевиках. Это была осознанная политика. Вот как выглядело в Пскове. Соответствующие партийцы обошли всех и сказали: все вон из города, мы подожжем город, мы будем расстреливать тех, кто остается. Но вот эти молодчики, они первые же и смылись. Дальше что они сделали? Во дворе ветеринарной лечебницы, где работала моя теща и моя будущая жена, была куча зерна. Они его отравили. Куры, которые поклевали это зерно, тут же подохли. Моя теща сидела, можно сказать, день и ночь около этой кучи, предупреждала людей: не трогайте, отравлю. Вот вам одна картинка. Теперь НКВД подожгло тюрьму. Это бывший монастырь. И там сгорели живьем арестованные. Тюрьма, которая была сожжена в Пскове, это не просто была тюрьма с заключенными. Это была тюрьма с политическими заключенными. Такая Пирожкова, которая жила недалеко, осталась, не ушла на восток, слышала эти стоны и крики из этой тюрьмы и об этом писала в своих воспоминаниях. Это касается ситуации лета 41-го года, июня, июля, августа 41-го года. И вот здесь страшная судьба, конечно, была многих заключенных, которые находились в тюрьмах НКВД, я подчеркиваю, в первую очередь политических заключенных, потому что те документы, которые сейчас историкам доступны, они четко указывают, что производились массовые расстрелы заключенных в тюрьмах. Причем это не только было на Западной Украине и в Западной Белоруссии, там Гродно, Минск, предположим, Станислав, Дрогобыч, Львов и прочее. Причем там, видимо, не только расстрелы были, потому что существует масса документов, отчетов полевых комендатур вермахта и отчетов пехотных дивизий вермахта, там разрубленные тела, какие-то, в общем, совершенно бесчеловеческие, бесчеловечные такие вещи. Но речь шла и, собственно, о русских городах. Люди осознали, хотя немцы были жестокие и так далее, все, но не было ничего слова с коммунистической власти. Захват души и сердца, и ума не было. Давали жить спокойно. И они жили в лагерных жизни. Ну, я со многими потом разговаривал, которые побывали в плену у немцев и так далее, все. Мы сидели 3-4 дня в подвале, потому что Харьков несколько раз переходил из рук в руки. Да, там очень страшные бои. Там бои были, да.
И, в общем, когда мы, конечно, боялись, вот придут немцы, кто они такие? Одни говорили освободители от коммунизма, другие говорили, они бандиты, они всех вас тут расстреляют, убьют, конечно, боялись. До этого, правда, раз мы тоже вышли и видели, как грабят Харьков. То есть местные жители грабили? Местные жители грабили все, что попало. Один на себе письменный стол нес, другой зеркало, третий какой-то мешок. То есть это был тот момент, когда советская власть ушла? Ушла, а эти еще не пришли. Потом, значит, мы посмотрели, стоит какой-то мешок. Мы посмотрели, какие-то бобы. Мы взяли их. Раз он тут стоит, никто его никому не нужен, мы забрали. Они нам спасли жизнь. Это были бобы какао. И когда пришли немцы, сказали, ну, выходите, идите там по своим квартирам. И мы разошлись. И потом я узнала на следующий день, что там где-то... Они построили арку Триумфа, вероятно, у входа в Харьков, украшенную цветами. Девочки в этих в украинских костюмах с цветами встречали немцев. Это было организовано кем-то, конечно. Кто потом, наверное, стал какой-то главой города или кто, не знаю, кто это устраивал, но меня это удивило. Там был потом ужасный голод. За кольцо давали 4 стакана муки, за золотое кольцо. И вообще там все разменивали, все вещи мы выносили, и все это нужно было менять на продукты, потому что есть нечего было. Мы на мусор ходили, собирали шелуху, которую немцы выбрасывали, картофельную. Потом макуху доставали. Вот макуха – это такая, когда выжимают постное масло, остается такая твердая масса, ее не разгрызешь. Эту макуху мы размачивали, вот эти бобы какао мы варили несколько раз. И потом их мололи, и с этого пекли лепешки. Вот так мы пережили. Страшные были морозы. Сожгли все, даже полы, паркетные, мебель, даже лишние туфли. Это зима 42-го года, январь-февраль. Да. Это ужасная была зима. Там уже стали умирать люди. В общем, в принципе, в целом умерло 40% населения. Главным образом старики и дети. Собственно, за первый год блокады, когда мы здесь прожили, вот тут, погибло 780 тысяч человек. Ну вот смотрите, вот на месте этого большого дома стоял небольшой двухэтажный деревянный дом, который принадлежал моему деду. После революции их уплотнили, и там осталось всего 3 комнаты. А напротив стоял дом, где жили ордовские. То есть мама была здесь, а папа был с этой стороны, где-то посредине, собственно, во дворе и познакомились. Смольная охраняла много зениток. И поэтому, естественно, в наш двор постоянно рассыпались осколки, и папа вырыл там такую щель узкую. Ну, тогда с мамой прятались во время обстрелов и бомбежек. 8 марта 42 года в этом доме скончался дедушка Александр Николаевич Ордовский. Скончался от голода. Это родной брат твоего деда, естественно. Ну, представьте себе, папа и его младший брат выкатили со двора санки, которым был привязан тело их отца. Тогда все так возили. Он был зашит в простынь. И они отправились пешком в сторону Невы. По Неве, по льду они перешли на другую сторону Невы. Там было Георгиевское кладбище и братские могилы, в которых, собственно, в одной из них дедушка и похоронен. Я не знаю, где. Из этого дома ушли на фронт 2 маминых брата родных, дядя Володя и дядя Саша. Тупо вернулись. Еще 2 дяди воевали в Красной армии, один из них не вернулся. Всеволод Владимирович Ордовский-Тарнаевский, он пропал без вести. Но в русском корпусе в это же время воевали ваши отцы, дядя Сережа. Такие вот странные исторические зигзаги. Три с одной стороны, 4 с другой стороны. Да. Я хотел понять, когда и как вы узнали о формировании русского корпуса? Я узнал еще в Сараеве. Это значит конец 41-го года. К нам приехал из Белграда офицер. Он после богослужения выступил с призывом о добровольном вступлении в охранный корпус. Почему вот приказ генерала Скородумова нашел такой отклик в молодежи, среди старых, среди молодых? Эмиграции, да. Первый момент – эйфория. Сформируем корпус и двинемся на Восточный фронт. Свергнем советскую власть. Мы, эти русские, которые в союзе с немцами, победим коммунизм. Но откуда знал НТС, что этого не будет –
Не знаю. Потому что уже НТС дал инструкцию пробираться в Россию. И поэтому я в конце 41-го года не поступил в охранный корпус. Почему? По инструкции НТС. А почему членам НТС запретили вступать в русский корпус? Руководство НТС переехало в Берлин еще в августе 41-го года. Они оказались в самом центре Ост-политик, да, восточной политики. И работали с немцами, некоторыми служащими, которые занимали важные должности в Восточном министерстве, которое только что было создано, Альфреда Розенберга. И члены НТС уже прекрасно знали, руководители НТС знали, что Гитлер категорически против создания любых Ост-батальонов. И формирование корпуса – это была инициатива местных военных властей в Сербии. И руководство НТС во главе с Байдалаковым знали, что этот корпус на Восточный фронт не попадет, как того бы хотел генерал Скородумов. Поэтому был отдан приказ членам НТС не просто пробираться в Россию, а запрещено было вступать в русский корпус. Установка для членов Союза была такая, что все-таки нужно использовать любые возможности, легальные, нелегальные, полулегальности, чтобы преодолеть операционную зону и попасть на так называемые восточные территории. Для чего? Для создания в оккупированной зоне подпольных групп, которые бы были и против Гитлера, и против Сталина. Да, я в НТС вступил в 48-м году. Понятно. Но, тем не менее, изучая, так сказать, документы, изучая историю создания действий НТС во время Второй мировой войны, какое ваше мнение вот, по поводу этого третьего пути? Это вообще возможно или тоже это было какое-то единичное совершенно сопротивление? Ну, давайте об этом серьезно подумаем. НТС-то, в общем, маленькая организация. Никогда большой организации она не была, включая сегодняшний день. Это мне вообще воинский союз. И думать, что такие единицы смогут сбросить советскую власть, наивно. Это не значит, что НТС-овцы не переходили границу, что не погибали, что они боролись за свободную Россию. Это не значит, наоборот, это были герои. Но принимать серьезно, что был действительно третий путь, такого пути не было. Какое-то время вначале вы все-таки ожидали, что пойдете на Восточный фронт. Наверное, вначале такая мысль, такие мысли были. Мы... Как вы себе представляли? Я себе представлял... Бой русских? Нет. Против русских? Нет, нет, нет. Это я себе не представлял. И мы себе не представляли. Мы ожидали, что мы очутимся в России не в боях против русских, а начинать новую жизнь, придя туда, что будет возможность свергнуть эту власть, и мы там останемся просто как часть России и начнем новую жизнь. Но свергнуть власть через бои. Вы думаете, мы об этом много думали? Нет. Не знаю. Мы просто надеялись. Как вы понимаете, во время военных событий вами командуют, а не вы ими командуете. Так что надежды наши были, идея была. Вот отец меня спросил, говорит, вот скажи честно. Ну, я говорю, знаешь, вот у меня-то вот такое, не только у меня одного было, а вот это чувство. С одной стороны Россия, а с другой правительство. И вот идет против правительства, против коммунизма, с другой Россия. Вот это двойное чувство лично у меня было. Но это только у тебя был такой диссонанс? Или этот диссонанс, он уже чувствовался? Он же чувствовался у очень многих, да. Но чувствовали, что уже выхода другого нету, да. Тоже, значит, уже получилось, что быть, что делать, да. Я лично решил, что я уйду и буду продолжать учение. А мог, ты мог уйти просто так? Я ушел, именно поэтому у меня получились неприятности, лично у меня. В мае я уехал в Вену. И там поступил в университет. Я записался на государственное право. И первый, так сказать, семестр я кончил государственное право в Венском университете. Но тут пришел приказ, высший приказ от фюрера, что нам это не нужно, такие университеты.
никаких прав нету, а есть только права, которые там строят что-нибудь, военные и так далее, да. И в это время, когда я дома застрял опять в вечерете, вдруг часов 6 часов приходит мой крестный и говорит: «Лёха, ты должен бежать немедленно. Каменев, он работает в суде, кадет. И тебя присудили немцы к концлагерю». А за что бы ее присудили? Потому что на меня подали как изменник, не изменник, дезертир, не дезертир, что-то такое. Так я даже не знаю, да. Что нашли, не знаю точно, почему меня присудили в концлагере. Да? Тогда у меня оставался только один выход – идти к казакам, идти в пасть льва. Угу. Я пришел к казакам, которые были напротив русского дома, где Ганановна, и сказал, что я хочу посетить казачье счастье. Можно или нельзя? Ну да, говорит, то я вот принес, значит, я был в кадетском корпусе, и мне дали бумажку, что я как Хорунжий казачьих частей еду на обучение в ставку фон Панвица в Загреб. Вы понимали, что если вы пойдете на Восточный фронт, как и вы желали, да, и мечтали, да, что там произойдет столкновение со своими? Вы думали, что, может быть, обойдется, что они перейдут к вам? То есть здесь вопрос был именно насчет идеологии самой страны, не человека, который вот... Это был представитель власти Сталина. Коммунист. Может быть, не коммунист. Не важно, но он стреляет, защищая эту идеологию сталинскую. Да. И мы стреляли. Чтобы выбрать эту идеологию. Делать то же самое старались, но не могли, потому что нас не посылали туда. Понятно. С другой стороны, и послать не могли, потому что половина корпуса были люди старшие. Не знаю, 50, а может и больше. Куда им было на Восточный фронт идти? Хотя вот несколько месяцев до этого у всех было настроение боевое. Настроение было всегда. Настроение, но уже превращалось в теорию. Уже мы на практике уже видели, что нам никуда не уйти, а нам надо, и мы будем помогать немцам. Скажем, вот, к примеру, железная дорога Кралево-Рашка. Там немцы построили каждые столько-то километров бункера. На эти бункера посылались наши русские из русского корпуса. Скажем, было 10 человек на бункере, совершенно одни, без никого. Обыкновенно это было максимум одно отделение, то есть 10 человек. Унтер-офицер и 9 солдат. Их посылали на верную смерть, потому что партизаны 400, 500, 600 человек нападали на эти бункера. Первому полку вообще повезло. Мы меньше всего участвовали в боях, у нас было меньше потерь, как-то нам повезло. Третий, четвертый, пятый полки, они сильно пострадали. Нам было сказано, вернее сказать, нашему командованию, нашему штабу, насчет России забудьте, пока вы не очистите Сербию от партизан. Когда партизанская война против партизан закончится, вам обещано Восточный фронт. Мы были должны очистить от партизан. И что получается? Что мы с успехом начинаем тушить партизанский пожар в Сербии. Более-менее успешно. Но тут англичане начинают помогать Титу. И это движение растет. И мы видим, что мы покорить партизанское движение на Балканах, будет очень трудно, и это не будет на короткое время, это именно продолжится на долгое время. Так оно и получилось, мой дорогой. Каково было отношение вот местного населения, ну вот сербского, вот славянского, к бойцам корпуса? Ой, это трудный вопрос. Я бы сказал, что отношения в городском окружении были, в общем, недовольны, скажем так, нашим решением идти в корпус и быть в корпусе. Почему? Ну, потому что, в общем,
Не, мы были немцы. А, понятно, ну да, конечно. А когда вы приходили в эти села, вас как принимали? Нас принимали любезно. Сербы, чуя русскую речь, думали, что это советские войска. Братушка, обнимали и так далее, и все. Но потом, когда мы узнавали, что это именно чисто национальная русская часть против партизан, принимали как нужная борьба против партизан. Потому что уже до некоторой степени вкусили интернационал как таковой. Потому что между ними выискивали тот же самый Кмет, это который был в селе голова старшим, но в селе и расстреливали. У сел было какое-то как бы предвзятое отношение к партизанам? До некоторой степени. В некоторых селах партизаны относились очень хорошо, покровительственно к населению и так далее. Все, добрый человек, как говорили сербы, хороший человек. А некоторые, в зависимости от командира этой партизанской части, в другом селе, который имел твердый кулак и так далее, расстреливал кмета и так далее, и наводил именно политическую часть, интернационал, коммунизм. Но эти села прямо ненавидели их, но ничего не скажешь, оружия нет и так далее, все, сиди и молчи. Где бы мы ни были, где я бы не был, вначале приходили мы, реакция была нормальная, недоверие. Пришли, войско пришло. И как всегда, было то же самое. Через несколько дней мы всех знали, нас приглашали к себе, угощали чем могли. Было очень дружеское отношение. К нам приходили четники, голодные, холодные, зимой. Мы их принимали у себя, где мы были в хате или там, не знаю, в маленьком здании. От них я получил ушей надолго, но мы их кормили, мы с ними были в хороших отношениях. Есть интересный момент, который я хотел узнать. Корпусники должны были или вынуждены были спасать сербов от уничтожения хорватскими усташами. Да, да. А можете, вот вы сами это видели вот своими глазами, что вы ощущали? Тут была Сербия, тут была Хорватия. Река, и сюда шел подъем. Так. Мы тут сидели, как в цирке, и смотрели, как они дерутся. Домобранцы – это была хорватская армия по набору. А усташи – это были эсэсовцы своего рода. Домобранцы, мы с ними не считались, потому что они при первом выстреле убегали сразу. Так что это было... Неинтересно. А эти были солидные дяди, а это значит? Были уже настоящие военные, с определенной практикой, с определенной идеей, знали, что надо делать. Ну и вот, скажем, приводили женщин и детей к берегу, отрезали их головы и бросали в воду. И мы это видели. Страшно. Вырезали фактически села, сербские села, вырезали их, как овец, как баранов, ножом по горлу. Чтоб трупы не гноили там в селах, их выгоняли на берег, на берегу их резали и бросали моментально в драму. Я помню, я на часах стоял, передо мной в протяжении, скажем, моего времени проплывало трупов 80, если не больше. Детей, женщин, мужчин и так далее, все. Мужчины в большинстве случаев совершенно голые, раздетые. Но женщины тоже самые голые, раздетые. Видно, эту одежду они отбирали и забирали как для себя. Но это был ужас. И, конечно, возмущение наше было колоссальнейшее. И начали, мы начали преследовать эти стенки. Там, пронежили. Там, усташи. Выгоняет сербов и так далее на берег, будет убить. Вылетали с пулеметами, да, по усташам. И усташи убегали, и оставались группы, ну, сербского населения. И мы уже имели приготовленные лодки, на этих лодках и шли туда, набирали
и возвращали к нам. К нас, как они были благодарны. Ну, спасали их. Спасали. И между нами были некоторые охотники. Нужно признаться. Но были охотники, поохотятся за этими усташами. Там идет усташ уже, не убивая сербов и так далее. Там ходит. Оглянется он. Там рассказывали, оглянется. Так. И уложит. Это, кстати, с нашей стороны была месть за этих убиенных. Мы перешли на ту сторону и отогнали усташей куда-то к чертям совсем. Но спасли целую серию сербов, сербских семейств от того, чтобы их зарезали. Хотя в теории они должны были, вы должны были бы им покровительствовать этим... Усташем? Да. В теории, да. В теории, но мы всегда с ними воевали. Это было в селе Любовия. Это весь наш третий взвод. В Любовии, слава Богу, здесь Глеб Спиранский, корнет Борисов, брат мой Юрка, Сокович, Ростислав, Игорь Ордовский стоит, его друг тот же самый Игорь Полянский, под ним Николаев сидит, сижу я, там не узнаю кто, ну а тут идет Сапронов Виктор, Медведев Юрка прекрасно на гитаре играл. Боже мой, это властелин, песни, романсы и так далее. Все, Юрка Медведев. Петр Мономахов, корнет Раевский и все. И весной в Любови я был с вашими батюшками произведен в подпоручики. Мне было уже 17 лет, уже имели понятие, произведены подпоручики, значит, что-то знали о военном деле. Это приказ по первой юнкерской дружине первого отряда. На основании приказа такого-то 12 сентября 1942 года штабу охранной группы объявляю список по старшинству баллов, произведенных всего числа в чин подпоручика. И вот здесь под номером 43, да, юнкер 3-й роты, Ордовский, Танаевский, Вадим. А вот здесь под номером 129 Ордовский, Танаевский, Игорь. Сапронов Виктор, номер 134, первой роты, юнкер. Вместе кончали курсы и вместе получили звание подпоручика. В Пскове перед самым началом войны был арестован последний священник и закрыта последняя церковь. На всей Псковщине и до Ленинграда осталось две или три действующие церкви. Одним словом, планы большевиков уничтожить религию выполнялись. Меня недавно спрашивали значение псковской миссии. И я сказал, мы нанесли большевизму сильнейший удар. Мы заставили Сталина открыть церкви, освободить из концлагерей священников и даже выбрать патриарха. А каким образом вы заставили? Экзарх Прибалтики, митрополит Сергий, да, Воскресенский, из Москвы, присланный в советское время в Прибалтику, остался. Остался он чисто по церковным канонам. Не имеет права покинуть своей паствы. В августе 41 года Сергий по договоренности с немецкими оккупационными властями создал вот это уникальное явление в истории оккупации, как Псковская православная миссия. Он стал отправлять группы миссионеров вслед за немецкими войсками, которые должны были, главная цель которых заключалась в том, чтобы оживить религиозную жизнь. Послали первую группу миссионеров, человек 19, кажется, которые, прибывши в Псков, отслужили первое богослужение в соборе. Там был антирелигиозный музей, и очень быстро его можно было в один день привести в порядок. Убрать плакаты, а иконы уже были в антирелигиозном музее. Надо было только осветить святой водой и отслужить богослужение. Как это узнали псковичи, трудно сказать. Но толпа пришла такая,
что были во дворе. И эти миссионеры их стали звать всюду. Приходили люди и говорили: мы почистили церковь, приходите, отслужите. Значит, сразу же стали посылать из Пскова в остров, из Пскова еще куда-то. Вы представляете, если, скажем, в августе 41-го приехало 12 священников, к концу года 70. Когда, значит, я был, то уже было в 43-м году было около 200 человек. Вы представляете масштабы? Религиозное возрождение в оккупации – это самая яркая и положительная страница в истории оккупации. До 1944 года на оккупированных территориях были открыты более 10 тысяч храмов, несколько монастырей. 10 тысяч? Более 10 тысяч храмов и несколько монастырей, десятки, наверное, монастырей. Это, конечно, было не заслугой миссии, потому что миссия работала только на северо-западе. Я говорю о всех оккупированных территориях от Крыма до Западной Беларуси и Западной Украины. Это был стихийный процесс религиозного возрождения русского народа. Некоторые историки даже это называют вторым крещением Руси. И Сталин понял, насколько серьезным и опасным оружием может быть процесс религиозного возрождения. Кроме того, ему очень хотелось выглядеть более презентабельным перед западными союзниками. И под влиянием двух вот этих факторов религиозного возрождения, конечно, в котором большую роль, колоссальную роль сыграла Псковская миссия, и внешнеполитических соображений, Сталин осенью 43-го года пошел на легализацию церковных структур в Советском Союзе. Несколько таких бытовых вопросов. Были службы? Православная какая-то была жизнь в полку? Была, конечно. Это служение, это что, утреннее, да. Вечернее? Об этом нет, да? Жизнь – боевой части. Мирное или время, или на позициях. Но наши позиции были такой. Нападет партизан, мы отбиваемся от партизан. Нету партизана, мы мирная жизнь, как войсковая часть, занимаемся, живем нашей мирной жизнью. Попытка кончилась. Свистки строятся, да? На молитву, шапки долой, отче наш. Накройся, кончилось. И идет распределение. Служба там, служба там. То есть служб, литургии вечерней не было? Не. Иногда к нам приезжали на позицию священники. Окей. И тогда было... Тогда была служба. Тогда была служба. Причастие. Но это было временное. Там, временное. Раз в год, два раза в год, как часто? Скажем, раз в год. А потом открылся кадетский корпус. Потом когда? В 42-м году. Немцы позволили. Осенью? Нет, это Пасха была, значит, mm-hmm. весна. Был приказ молодых, а особенно вот кто был в кадетском корпусе, доучиваться. Ну, потому что мы все еще были не доучки. Особенно отец нажимал, ты, говорит, брось, ты еще потом навоюешься, иди учись там и так далее. Ну, может быть, он больше боялся, что я могу это самое. Да. Пули летают. Вот. Четвертый взвод, это были уже на... более-менее молодые, а первый взвод у нас был солидный. Но как Студенцов, Коля Морозов, знаменитые басы, mm-hmm. которые при патриархах служили и один, и другой. Но в разных церквах на пари тушили свечи. Зажигалась свечка и так далее, все. И говорил: молчок. И тут все замолкали. И тут свечка начала, пламя свечи дрожать, уменьшаться, и тухло. А когда они оба, и Студенцов, Игорек, ну, и Коля Морозов начинали вместе петь, давая мощность своих басов, стекла и так далее. Все это дрожало. Но... Мой атаман, вольноказачий, в 42-м году, в декабре, пригласил там на собрание, и все.
и сказал, что будут теперь собирать свой казачий полк. И говорит, ну теперь уже немцы докатились почти что до Сталинграда, так что на нашей территории Дона надо нам тоже пожертвовать чем-то. Ну, и я отозвался тогда, я сказал, да, я пойду, чтобы пожертвую жизнью для того, чтобы создать казачье свободное государство, независимое, у нас будет выборный атаман. Вы рассчитывали попасть все-таки на территорию России и воевать там? Да. И отец, как он меня в 6-летнем возрасте отвел за руку в этот Храстовец, так вот, вместе с ним мы пошли в темноте туда, пришли к Пашке Полякову, там у него скромно меблированная канцелярия, стол, и мы даже не садясь, он спросил фамилию и имя, дал такой вот лоскуток бумаги, иди на баницу, казармы гвардейские королевской. Я пошел с этой бумажкой туда. А полк это сколько, 500 человек? Помилуй. Тогда полк наш в среднем 2500 человек, скажем, было 8 сотен. Это не были роты, это были сотни, считалось, mm-hmm. по казачьи. Но 8 роты, это за 1000 человек. Ну, а потом эти роты пополнялись, и приходили полный полк. 2500 человек, 3000 человек полк. Ну, и сколько полков собралось? Со временем с 41 по 45, ну, скажем, по 44, да, 5 полков. 5 полков? 5 полков. У нас было. А, то есть так. Это полторы дивизии уже. Ну, полторы дивизии. Да. В общем, через корпус прошло 17 тысяч человек. Вы командовали молодежь уже к концу, да? Да. Но вам самому было 20 лет, 21 год? Нет, это 19. 19. 19. А молодежь это кто? Ну, может быть, 25. Может быть, 24, 25. То есть вы, 19-летний, командовали молодежью, которой 25. Под моим командованием были капитаны, были старые офицеры. И никаких проблем не было. А потом, не забывайте, что наши юнкерские роты, мы были подготовлены. Нас подготовляли все время. У меня в подчинении был полковник. У тебя в подчинении был полковник? Да. А как это было? И не только у меня, просто... Добровольцами шли в корпус и не обращали внимания на бывшие звания. На бывшие звания, потому что чересчур бывших званий много было. Вы стали артиллеристом, да? Да. А какая артиллерия была в пожарице? Артиллерия была трехдюймовка, легкая артиллерия. И там был мой отец, и там мы с Борисом чувствовали себя очень, как у себя дома, конечно. Подучились немножко полевой артиллерии там. Там были пару месяцев с ними. А потом уже нас вызвали на пополнение к полковнику Гетцу. Скажите, пожалуйста, когда в корпусе узнали о том, что немцы разбиты под Сталинградом? В то время уже чувствовал, что идет общее отступление. Да? Угу. Так что это явление... Фактически так... решалась ваша судьба. Ну да, фактически да. Я знаю только одно, что мой приятель один, который Костя Дербенджиев, он был в казачьей части в Сталинграде, он был ранен. И его, значит, перевезли на аэроплане. Да. Да? Ему повезло, значит, потом. А он служил в казачьей части там внутри кольца, да? Да. Угу. Ну, там было 25% наших соотечественников. Мы искренне все радовались, что немцев нахватили под Сталинградом. Знали наперед, что это значит нас в лучшем случае пошлют в лагерь, и куда-нибудь мы, в общем, для нас конец, да. Но конец не один. Мы уже тут, и больше сделать ничего нельзя. Как ты переживал этот момент, что, ну, наверное, все закончено, и мы в стороне проигравших? Я думаю, что это постепенно внедрялось в нас. Это не было так решение сегодня, да, а тут так. Я думаю, что постепенно мы видели, что никакой у нас нету будущности в этом смысле. Мы продолжали служить просто потому, что мы уже служили, были военными по духу.
мы уже понимали и до этого, понимали, что немцы не могут выиграть. И что ваше дело закончено. И что наше дело продолжается. То, что это была идея, это мы... Тут, я бы сказал, это трудно понять, это сложная обстановка. Но мы шли не для победы, мы шли по идее, потому что надо было идти. Потому что другого выхода для нашего понимания не было. Надежда была до 43-го года, вот. Более-менее надежда была. Мы себя чувствовали, понимаешь ли, продолжением белого движения. Это было единение дедов, отцов и сыновей. И мы жили одной семьей. До этого не было никаких пополнений у нас. Это была одна семья. Молодые ли, там, не молодые, строевые, не строевые, понимаете ли, полковники, чины, офицеры, мы были как солдаты, понимаете, и так далее, унтер-офицеры, фельдфебеля, но это была одна общая семья, это была одна общая мысль, это была одна общая вера, будущее. А бывали ситуации дезертирства в русском корпусе и среди белой эмиграции, их детей? Не знаю. Люди могли уходить, если хотели, уходили. И я знаю, что вот муж моей сестры, Ветер, который погиб потом по всей Европе, он был сербский офицер и потом попал в корпус, и он заболел. И... Не, ну по болезни понятно, а да. Когда здоровый человек дезертировал, не знаю, не было. А самоубийства были? Тоже не могу сказать, не знаю. Хорошо. Скажите, пожалуйста. Я знаю, что были самоубийства в тех случаях, когда попадали, так сказать, в плен. Угроза плена была. Вместо того, чтобы в плен попасть. Да, это понятно. Это Редькин, да, это много там случаев. Просто для того, чтобы не заставлять других тянуть себя, кончали с собой. А с немцами вам приходилось разговаривать как раз о поражении, которое там было, и вот о ситуации, да? Я помню, я сидел рядом на одном маленьком банкете, когда мы были на офицерских курсах. Я сидел рядом, поскольку я говорил хорошо довольно по-немецки, с полковником граф де Мулейн, этот самый маленький, симпатичный такой был господин. И он, разговаривая со мной, сказал одну интересную фразу. Es ist immer so, wenn die Zivilisten Krieg führen wollen. Понимаете? Да. Это так всегда, когда войну ведут штатские. Хитлер. Да. Нет, они тоже это понимали. С 1941 года до 1943 года были у нас потери. Но пополнять эти потери не было. Потому что русская эмиграция дала все. Да, все, что было. Но пополнение нужно было пополнять, да. Конечно. Послали людей, которые вербовали. В Буковине, в Бессарабии. Это было чудное пополнение, между прочим. Это были верные люди, прекрасно говорящие по-русски. Некоторые между ними были или студенты, начитанные, которые по своему желанию пошли в корпус. Вот 41-й, 43-й. Вот это уже было другое дело. Угу. Тогда уже румынское, это было опять в Румынии, правда? Я продолжал в той же самой школе учиться, да. В половине этого года мне кто-то сказал из моих приятелей, что, слушай, ты знаешь, что приезжает русская комиссия. Как русская комиссия? Большевистская? Нет, русская. Как русская? Ну да, из Югославии приезжают русские. И ищут добровольцев. Для русской организации это русский корпус. Что они будут, значит, воевать против большевиков. Мы вели канцелярскую работу, одновременно объяснялись, собирали, значит, группу. И эту группу везли в Бухарест. Из Бухареста уже другие везли большую группу в Белград, значит, одновременно там 300-400 человек, значит, вначале довольно
из Бессарабии, из Бельц, и, насколько я помню, по-моему, человек 400 прошло через нашу канцелярию. В один прекрасный день мне этот самый дядя сказал, что, слушай, эти люди будут в воскресенье в церкви где-то там, если ты хочешь, можешь с ними поговорить. Но я тогда пошел, и действительно, там были, значит, несколько офицеров русских, да, в немецкой форме. Отлично говорили по-русски. Я с ними разговаривался. Они мне сказали, что если я хочу быть добровольцем, что они меня с удовольствием могут принять. Да? Мне было почти что 17 лет. Но я подделал мой... аттестат? Ага, аттестат зрелости я подделал. И, в общем, сказал, что мне уже 18. И у меня была морда такая... похожая на 18-летнего мальчишку, так что меня приняли в корпус. Да. И пополнение из Одессы. Сословие как таковое, кто пошел к нам, да? Я тебе скажу, что 30% это было из подполья какого-то. Это был воровской мир. Карманники, воры, которые сидели по убийцам, и страшную ошибку вербовщики сделали, что шли под тюрьмами и кричали: «Добровольцы, кто хочет?» Как вы отнеслись с братом к тому, что русский корпус присоединился к вермахту? И, насколько я понимаю, вы начали использовать немецкую форму, значки. Не было какого-то смущения, препятствовали ли вы каким-то образом? Или ваши командиры вам объяснили, почему это надо было делать? Нам, я бы сказал, объяснять не надо было, но лично мне это не особенно понравилось. Я предпочитал русскую форму и гордился ею. И это было, я бы сказал, не такая большая часть времени в русском корпусе. И в 43-м году, когда нас заставили быть в немецкой форме и в немецкой армии, со всеми привилегиями к немецкой армии и так далее, все, бежавших не было, уходивших не было. Почему? Это была одна семья, это было белое движение, и не как кур в щи попали, но другого выхода уже нам не было. Мы, как войсковая часть, да, могли быть окружены моментально немецкими частями и просто-напросто отобрать у нас оружие и кончен бал, и засесить какие-то концлагеря. Была идея идти против, мы ее продолжили. Может, страшная неприязнь была в груди и на сердце, и в уме, но делать нечего было. Или иди, или не иди. И шли. Наступил этот момент, что причина, почему вы одели немецкую форму, причина, почему вы пошли к немцам, причина была одна – освободить Россию от коммунизма. Правильно. Причина отошла, и в этот момент все остальное отошло. Ясно. Правильно я говорю, да? Абсолютно правильно. Не забывайте одну вещь. Начало войны было за Сталина. Начало войны был коммунизм. 43-й год. За Родину вернули погоны. За Отечественная война. Уже русский народ шел в партизаны. Уже русский народ не сдавался немцам. Теми массами были отдельные случаи, даже под Берлином. Но в общем это было, конечно, общее. Подъем России освободить свою родину от неприятеля. Этот подъем передался нам, потому что мы увидели, что немцы идут не воевать против советского коммунизма, а завоевывать Россию. Да. Для нас это было абсолютно ясно и понятно. И мы увидели, мы не можем спасти Россию, мы можем только договориться с немцами. Поднять нашу Россию против Сталина. И пойдут на это немцы или не пойдут? Это было начало истории с Власовым, который требовал от немцев, а не отдавал немцам.
он немцам не отдал ничего. Вы понимаете, это получился второй колоссальный моральный разлад, да, среди нас. Но другого выхода нет, да.